Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередная угольная армия. Открылся у нас уже архидемон. Можно пробовать опять. Вот, когда надо, не падает это. Попробуем опять набить 25 волн. Посмотрим, действительно ли наш предыдущий состав оказался топовым. И можно свободно фармить максимум. И не париться. Так, с этим мы закончили. Может, что-то поменяем, сейчас посмотрим. Так, что у нас тут есть? Огнекрыл с бастионом был. Ворожей ожог. Афина, стрелок ожог, тыковка исцеления и Анубис, бог войны и воодушевление. Так, окей, хорошо. Сейчас немножко сделаем изменения, поставим другого огнекрыла. Вот такой вот у нас будет огнекрыл. И остальных героев сейчас тоже точно так же расставим, как и предыдущий раз. Так, огнекрыл. Огнекрыл готов у нас. Ворожей. Ставим оживу. Кубок. Так, готов. Дальше стрелок ожива. Крит. Так, есть. Анубис, одушевление. Так, топор. И тут у нас, по-моему, было VR. Так, есть. Смотрим, кто там еще у нас. Так, этот собран. На Афину сейчас героя поставим. Тыкве надо поставить живу. И на Афину поставить питомца. Так, кто у нас есть еще с неиспользованных? Вот так вот сделаем. Будет джели у нас. И убираем стыковки. Сейчас найдем и оживу. Поставим оживу. Так, окей, с этим мы решили. Поехали, будем делать пробный заходик. Ну, как видите, я расстановкой особо не заморачиваюсь, как и на китайке. Но тут хотя бы выставлен забор. На китайке просто на аккаунте забора пока нет. И не знаю, будет ли он вообще. Пока там без забора, хорошо. Так, ну что, ускоряемся до 15-й где-то волны.
Это все неинтересно. Ну, Афина нас неплохо заряжает. Так, шестая волна. Седьмая. Ну, как видите, они не добегают. Но это пока не добегают. Самое основное там, где будут ведьмы, они всегда портачат полностью все. Так, отлично. Тут можно уже замедлять и будем смотреть внимательно, где опять мы сольемся. Ну, таким составом 500 миллионов я стандарта набиваю. Ну, тут у нас сегодня огнекрыл уже не с бастионом, а с грубой силой. Так, 16-я луна. Отлично. Каждый раз почему-то по-разному считает нанесенный урон. Так, добивайте все. Ну, пока все живы. 19-я волна. Видите, да, как дрейки разбили полностью все наши постройки. Но по героям они, конечно, миссуют. Так, вот 20-я волна. И сейчас начнется самый трэш. Ну, в принципе, вроде все загрелись. Так, 21-я. Вот сейчас просто будут идти ведьмы, и, скорее всего, у нас Нубис ударит. Они вроде нормально зашли. Самое главное с них энергию снять, чтобы они не могли ультовать. А вот это вот, конечно, плохо, что Анубис выбежал. Огнекрыл. Отлично. Вот тут должны затащить, по идее. Так, 23-я волна. Ну, огнекрыл после обновы просто жесть. 24-я пошла. Как видите, то есть это вот однозначно уже топовый состав, то есть стабильный фарм. Вот сейчас будет 25-я. Самое главное, чтобы тыковка успела добежать. Вот она успела добежать. Ну, тут уже, конечно, рандом, видите. Тут я много урона сейчас не набью, где-то 630 миллионов. Это будет стандарт. 653. Тут уже все зависит от того, как быстро добегут эти демоны к вашим героям. Так как у меня стоит ворожай, Афина его бафает, получается, он замедляет. И, соответственно, я не могу набить больше с них, чем хочу. Ну, попробуем еще разок. Вы уже пишите в комментах, каким составом вам попробовать прийти. Но тут как бы состав уже проверенный на все 100%, потому что сколько я не бегаю, стабильно во время открытия этого угольной я набиваю максимум. Единственное, что уже дальше 653, а дальше, ну, 650, а дальше уже рандомчик. В зависимости от скорости.
Тут самое главное ведьму вовремя убить, потому что после 21 волны они выходят, и там реально проблемы. Ну, как видите, благодаря Огнекрылову все проходится просто на изи. Ну вот, вроде неплохо забежали. Может, сейчас будет опять 25-я волна. 665 уже. То есть мы еще набили там плюс 12 миллионов. То есть вот такой вот составчик. И сейчас посмотрим 665. Какое там у нас место будет? Там 683. Ну, третье место я занял. Все зависит от того, как они выйдут. Видите, люди уже набивают стабильно. Свыше 600 это стабильная, стабильный фарм с Огнекрылом. Вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь на канал, делайте репостики. Сейчас покажу вам еще раз состав, каким мы бегали. Так, ворожей. Ожог. Ожива стоит, кубок. Питомцем карасик. Дальше у нас был стрелок. С критом. Рудольф. Так, ну, тыковка исцеления. Исцеление самое топовое для этой локации. С ангелом. Огнекрыл вот такой вот сборочки. На урон. Кто там у нас? Финка. Воодушевление. И Анубис. Вот такая вот сборка. Все. Всем удачи, всем пока.